Super is in the ghetto, get right at the beat. Я читаю оптимально, я читаю справедливо, я читаю для шахтеров или для шахтерских городов. Я читаю максимально, я читаю значительно, я читаю постоянно, из года в год, по двум причинам. Первое. Я верю в энергетике на 100%. Есть уже партнер, который готов. Не меньше, чем я, как минимум, мы принимали почти каждый день энергетики, но это не путь. Дальше у нас достаточно такое, я бы сказал, дерзкое включение, неожиданное. Батюшка Серафим, помолись грешным, да пошлет Господь нам всем чистоты сердечной. Батюшка Серафим, помолись о здравии. Помоги нам жить любви, помоги жить праведно. Я читаю самостоятельно, я читаю традиционным способом, я читаю с участием представителей шахтерских коллективов, я читаю с теневой группой, я читаю в Украине, я читаю постоянно, из года в год, по двум причинам. Вторая причина, как легализовать план, запасы которого у нас очень большие в Украине. Конечно, это дамоклов меч над нашей страной, в том числе мы увеличим добычу для того, чтобы покупать, продавать легализованно, реально. Я вас не слышу. Батюшка Серафим, помолись грешным, да пошлет Господь нам всем чистоты сердечной. Батюшка Серафим, помолись о здравии. Помоги нам жить любви, помоги жить праведно. Батюшка Серафим, помолись грешным, да пошлет Господь нам всем чистоты сердечной. Батюшка Серафим, помолись о здравии. Помоги нам жить любви, помоги жить праведно. Стране. Гарно в країні, я перепрошую. Дарка, що ти мені написала? Буде покращення на краще. Буде розцвіт економіки і повна конкретна свобода слова. Я сказав.